сильные очень докладчики, очень нравится то, что много людей, которые владеют бизнесом, развивают бизнес, инвесторы, ангелы. То есть слушать очень интересно, люди разносторонние, люди полезные. Я лично для себя вынес очень много интересных вещей, важной информации, которая, я думаю, поможет мне и моей компании как-то становится тоже лучше развиваться. Да, очень много знакомых лиц, очень много известных ребят. Все классно, публика живая, публика веселая, все залы забиты, людям интересно, все задают вопросы, я очень доволен. Замечательно. Интересные темы, покрытие достаточно большое всех сфер, основных и бизнеса, как, собственно говоря, владельцам, и как обычным ПМам, и не только, поэтому замечательно. Я второй раз здесь, и мне в два раза больше нравится. Как? В прошлый раз было хорошо, а теперь вообще отлично. Легко. Хорошая. Тут много знакомых, и с точки зрения тусовки для меня лично имеет смысл приезжать. Отличная организация на уровне, много людей, которые посвящают свои выходные развитию, делятся опытом, творкаются. Классно, вполне оправдывает ожидания. Хороший уровень, достойные, интересные инсайты, интересные темы. Есть о чем послушать, есть о чем подумать. Отлично. Я здесь уже второй раз. Я был на первом ITM, я пропустил второй ITM. Я вижу, как он качественно и количественно, в принципе, вырос за это время. Я очень рад. Доклады очень разные. То есть два потока. Один поток все-таки для менеджеров, второй для бизнес-ориентированных людей. То есть поэтому очень сложно их сравнивать. То есть действительно каждый находит что-то свое для себя.